Компания «Новые строительные технологии», город Владимир, город Москва. Занимаемся производством и поставкой оборудования для напыления стеклопластика, стеклофибробетона, производства полиуретанов, вспененных пенополиуретанов, эластичные подушки. Все это можно производить с помощью нашего оборудования, заливочные установки, напылительные. Выставка хорошая. Видно, что люди в связи с годовым отсутствием всяких мероприятий подобного плана соскучились и заинтересованы в посещении таких мероприятий. Народу много. Мы на полиуретанах достаточно давно выставляемся, еще с первых выставок. С каждым годом, в принципе, осведомленность людей по узким тематикам растет. В этом году мало людей, которые спрашивают какие-то простые вопросы. Все в курсе, что такое композиты, там пена, полиуретаны и прочее. То есть в основном профессиональные вопросы. Всем добрый день. Приветствую вас от лица компании Albrecht Boehmer, Германия. Второй раз участвуем в выставке Polyurethanex. Встречаем здесь очень много наших действующих клиентов. Компания Albrecht Boehmer работает на рынке России еще с советских времен. На территории России очень много нашего оборудования, в том числе завода под ключ, которые находятся как и в Москве, так и в регионах, например, в городе Казань. Уже успели за два дня пообщаться со многими клиентами. Рынок России растет, полиуретаны развиваются. Очень здорово развивается матрасная область. Думаю, в следующем году, после того, как закончится пандемия, будем участвовать уже вместе с моими немецкими коллегами, непосредственно с нашего завода в городе Фройденберг, Германия. Будем рады всех видеть, будем рады рассказать нашим новым партнерам о нашем оборудовании. До встречи в следующем году. Здравствуйте. Наша компания ООО «СПБ» работает с 92 года на российском рынке. Постепенно развиваясь, мы поставляли импортные полиуретаны высокого качества. Были первопроходцами для нескольких западных фирм на российском рынке. С того же 92 года мы поставили свое собственное производство.
которая позволила нам показывать на реальных объектах пользу и высокие качества изделий из поставляемых полиуретанов. Для понимания ситуации мы участвуем, наверное, в этой выставке уже не один десяток лет. И, честно говоря, ожидания по этому мероприятию в ковидное время повергало нас достаточные сомнения. Однако вот первый день показал, что интерес, видимо, люди все истосковались, и интерес был очень большой, и даже уже сегодня ряд заказов мы получили пока по телефону или по имейлу. То есть в целом мы оцениваем это мероприятие положительно.